Погода за бортом минус 20. Ясно, солнечно. Ну как, скажите, в такой день можно усидеть дома? Поэтому сегодня с вами идем прогуляться по моему охотничьему путику. Вы на канале Вятка Хантер. Прошел, значит, проверил два капкана, две кулемки. У капканов куница исхожена просто все. Вот даже здесь следы ее везде. Все избегано. Видимо, как морозец жахнул, куничка пошла погулять. Сейчас идем, значит, проверяем капканы. Ружье сегодня не взял. Неохота таскаться. Морозно очень. В общем, вот такие дела. Пойдемте погуляем вместе со мной. Сегодня у нас отличная погода. Вперед! Да, ребят, сегодня добавляю приманку. Очень холодно, и куница, походу, не чувствует запаха тухлого бобра. Поэтому немного жидкой приманкой поливаю. Первый раз нынче. Все, хотел, и никак не получалось. В общем, использую сегодня жидкую приманку. И добавляю в некоторых местах мясо тухлого бобра. Подо многими капканами куница уже проскочила, прямо под капканом ходит. И походу не видит, что наверху мясо. И не чувствует его. Вот так вот. Я думаю, что если такая погодка постоит, куница будет. Все избегано, все исхожено вокруг. Очень много следа. Это очень радует. Даже если не попадет, нисколько не расстроюсь, потому что зверь присутствует. И присутствует в хорошем количестве, я бы так сказал. Здесь у меня ящик, проходной капкан. Дальше еще один проходной. И там, так они по цепочке у меня пойдут. Проверил я уже еще, наверное, 5 капканов проверил, да. В общем, идем дальше. Я думаю, что будет интересно, наверное. Погнали, парни. Ну что, ребят? Можете поздравить Серегу с очередным трофеем. Такой вот зверь у меня. Попался вот здесь на плотине. Средних размеров выдра. Там у меня уже, не скажу, какая в этом сезоне. Но не первая и не вторая. Выдра. Случайно попалась. Процесс. Сам процесс того, как я ее снимал с капкана, не стал снимать, кое по каким причинам. А долго очень вырубал. Лед все обмерзло. Повырубал, в общем, ее. И здесь вот еще все убегано выдрой. Наверное, здесь выводок. И она крутится вот возле течения, возле этой плотинки. Такая вот выдра, ребят. Такой вот зверь. Это случайный зверь. Не специально я на нее капканы ставил. Зверь случайный. Обвалял я ее в снегу. Была сырая. Вот такие вот дела. В общем, трофей есть очередной. И это радует. Это бодрит. Это заставляет идти дальше, работать. В общем, дает хороший стимул. И ловить выдру для меня всегда очень приятно. Пусть шкура у нее нифига не стоит, но теперь брату шапка будет точно. Обещаю. Теперь из трех выдр у него шапка будет. Такие вот дела. Идем, короче, парни, дальше. Собираю сейчас, убираю зверя в рюкзак, идем дальше. Еще несколько капканов у меня куних осталось. Сколько сейчас? Раз, два. 3, 4, 5. 5 капканов осталось на куницу проверить. Присутствие зверя явное. Куница ходит. По многим местам подморозила, начала бегать. Это радует. Ладно,
Не переключайтесь, в общем, идем дальше. Так, ребят, попался очередной хорь. Это у меня уже третий в сезоне. В капкане поставленном на куницу. Вот такой вот хорь, такой вот зверек. В этот капкан попался уже вторая особь попала. Такие вот, в общем, дела. Хоря принимают в спортивной гостинице по 350 рублей шкурка. Буду сдавать. Идем дальше. Ну что, ребят, заканчиваю проверку капканов на сегодня. Устал. Морозец приятно давит. Выдра в рюкзаке приятно давит. В общем, сегодня я опять не без трофеев. Такие вот дела. Выхожу я своего путика. Завтра, наверное, поеду проверять большой путик. В общем, посмотрим. Не будем заранее укладываться. Такие вот дела. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Очень мне приятно с вами общаться. Не знаю, что добавить. Давайте, парни. Вы были на канале Вятка Хантер. Всем удачи. Всем пока. Да, забыл поздравить сегодня со светлым праздником Крещения Господня. Всех православных, кто меня смотрит. Давайте, всем пока. Так, ребята, выхожу я со своего путика. Выбираю. Ой, бляха, муха, как и вылезти. Снегу вроде и немного. Выход на дорогу. По яйца снегу вылажу. Такие вот дела. Вы были на канале Вятка Хантер. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был охотник Серега.